В столице Чувашии впервые прошел международный форум редких и самобытных этнических групп и исполнителей на необычных инструментах из Токи. В форуме приняли участие коллективы из разных стран, уголков нашей страны, в том числе и чувашские исполнители. Демонстрировали необычные подходы к народно-инструментальному и этнохудожественному творчеству. Участвовали в фестивале коллективы, группы, солисты и исполнители на редких, старинных и аутентичных инструментах без ограничения по возрасту. Одним из специальных гостей форума стал известный композитор и основатель джаз-бас-театра Алекс Ростоцкий. В программе мероприятия была представлена выставка национальных костюмов и вышивки, а также экспозиция старинных инструментов Алексея Палагина в Чувашском государственном художественном музее. Торжественная церемония закрытия состоялась во Дворце культуры Чувашского государственного университета имени Ульянова. Национальное телевидение готовит к показу телеверсию гала-концерта.